Приветствую всех на моем канале. С вами Лилия Донскова. И сейчас я хочу вам показать, как я делаю второй заказ с каталога номер 13 и откуда берутся заказы. То есть откуда берутся. Я уже все положила в корзиночку. Так, все лежит в корзине. Я вам просто расскажу, что откуда. Итак, бьюти-кейсы, к сожалению, нет в наличии. Хотела себе заказать по акции. Но я не расстраиваюсь, потому что, ну, нет и нет. Это норма. Компания нам не гарантирует, что будет бесконечное количество кейсов. Да, написано, что количество наборов ограничено. Выбирайте то, из чего есть. Далее, беру себе наконец-то солевой скраб для тела шведский спа-салон. Кстати, уже попробовала новинку. Пока только масло-пенку для душа. Это невероятно крутой продукт, действительно, не настолько необычный. Мне очень понравилось, какое качество кожи после этого, какая она мягенькая, гладенькая. И я попробовала масло, крем-масло тоже. Я довольна этими продуктами, вот прям оправдались мои ожидания на 100%. Так, далее в заказе у меня тональная основа Color Box, и это для клиентки, сейчас сразу покажу, и она же заказала пену для ванн «Золотое сияние». Я вам сейчас просто буду как бы показывать диалоги наши, сейчас вспомню фамилию. Так, вот, Даша Долгова. Вот, смотрите, то есть мне присылают уже картинки из каталога, то есть я отношу каталог, и мне скидывают... Да, пена, тоналка, верно, да. То есть девушка заказала тоналку, заказала пену «Золотое сияние». Каким образом происходило вот это вот вовлечение? Я принесла каталог, мы разболтались, и я рассказала как раз вот про эту новинку, не новинку, а вот эту серию «Золотое сияние». И спросила, может, что-то конкретное нужно? И Даша сказала, что да, мне нужна тоналка. Так как девушка молоденькая, я ей предложила попробовать Color Box. У меня как раз дома был один оттенок. Я принесла попробовать свой лосьон, принесла понюхать для тела и принесла тональную основу. Мы ее протестировали. То есть о чем это говорю, ну, к чему я это рассказываю, друзья? Если вы хотите сколотить хорошую клиентскую базу людей, которые будут вам доверять, будут вас ждать и будут постоянно заказывать. Вот таким людям нужно просто относиться, как вот вы хотели бы, чтобы относились к вам, ваши консультанты по красоте. Поэтому я максимально забочусь, чтобы мои клиенты попробовали, прежде чем заказать. И если у меня есть эта продукция, я не поленюсь и обязательно ее принесу, дам попробовать. Так, далее у меня в заказе, сейчас покажу. Так, вернемся вверх. Так, ну это помада для моей знакомой. Вторая, на две заказала, но в один заказ все не поместилось. Отделила в этот заказ. Следующая помада розовый клевер. Это для Мишиной мамы. А масло для кутикулы. Это я себе беру. Хотела его попробовать еще в том каталоге, но его не было на складе. А, средство с чайным деревом. Это мы себе. И Love Potion. Одну я уже взяла и решила еще одну взять. Пока положу. Вчера дочке подарила из первого заказа водичку. Какая она была довольна. И я все-таки ее положу, потому что по такой цене вряд ли она когда-то еще будет. Пусть лежит, потому что ну, бывает, что нравится водичка очень сильно, ну и не хочется ее на что-то менять. Ну, а если будут желающие, конечно, я ее продам. Так, крем для рук, мед и молоко я беру себе. Мочалку для душа для Миши. А пену для бритья и шампунь для волос я беру просто на подарки, чтобы было, потому что такая цена шикарная. Скоро Новый год, и надо будет кому-то что-то подарить, а у меня уже будут готовые подарочки. Так, далее. Шампунь для придания объема и туалетная вода. Это тоже для одной клиентки. Она мне звонила, диктовала заказ. И вот этот заказ у меня в смс-ке пришел. Тоже зашла в новый магазинчик, познакомилась, оставила каталог. Буквально на следующий день получаю звонок. Девушка говорит, я хочу туалетную водичку заказать. Я говорю, окей, пришлите смс-кой код воды. Она мне присылает две водички. Ну, это вообще здорово, конечно, очень приятно. Так, и это тоже под заказ для моей подруги. Тоже блеск прохладный розовый она часто берет, как заканчивается, сразу берет именно этот оттенок. И себе я беру набор Essenza, который включает в себя
как вы помните, так, сейчас скажу, лосьон для тела, обожаю этот лосьон, и гель для душа. И вот я сейчас вспомнила, что мне еще нужно с 50% скидкой что-то выбрать, а для этого надо что-то отсюда убрать, потому что хочу заказ сделать ровно на 150 баллов. Так, что же убрать? Ну ладно, сейчас посмотрим, сколько баллов получится. Что я хочу взять со скидкой 50%? Я долго думала, и все-таки меня очень заинтересовал новый очищающий гель-тоник. Я хочу его попробовать, чтобы у меня уже было свое представление, потому что его добавили во все коллекции NovAge. И я думаю, что надо его брать, пробовать, чтобы получить свое впечатление и уже рассказать вам, что это за продукт и с чем его едят. Так, здесь мы нажимаем «Пересчитать заказ» и посмотрим, сколько баллов получается. Так, 11 баллов лишние, надо что-то убрать. А, кстати, 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 забыла еще, я хотела вот из спецпредложения заказать маску, если она еще осталась. Я забыла в прошлый каталог. Так, вот маска. Мне нужна эта маска для дочки. Потому что она ей постоянно пользуется. У нас как раз кончилась. Вы видите, пена для бритья в распродаже здесь дороже, чем в каталоге. И... А, ну это для душа средство. Так что это очень выгодно. Давайте посмотрим, что можно убрать сейчас из заказа. Так, чтобы по баллам получалось. Просто я буду еще один заказ делать. Так, 18 баллов. Перебор. А, так, нажимаем корзиночку и думаем, что можно перенести в следующий заказ. Просто то, что для клиентов я точно не буду убирать. Так, вот водичку может подождать. Это 15 баллов. Так, раз. И можно одну пену для бритья убрать пока. Так, проверяем. Проверяем, проверяем. То, что себе, то, что там впрок, это можно всегда дозаказать. А я хочу, чтобы заказ пришел бесплатно. Так, все окей, масочка есть. Сколько баллов? Ровно 150. Какая красота. Смотрите, сумма заказа 6600, а скидка проходит 3961 и к оплате всего 2642 рубля. И у нас в Саратове есть доставка курьером. Я выбираю доставку курьером, оставлю адрес. Смотрите, бесплатно приходит заказ 150 баллов, всего 2642 рубля. Вы меня часто спрашиваете, почему так мало. Ну вот смотрите, первое, когда заказ ровно 150 баллов, то вы получаете 10% кэшбэк. Это примерно, ну, минимум 800 рублей, но это может быть 900 рублей и так далее, зависит от объема продаж. А далее, у меня команда, и за команду компания тоже платит от 3 до 22%. Это, правда, это Миша, но у него тоже своя команда есть. Поэтому получается вот такая вот скидка, кладется на товарное поле. Вот у Миши лежит сейчас 8820 рублей. И с этой скидки списывается 60% от суммы заказа. Поэтому к оплате остается всего 40% от заказа. Представляете, как это выгодно? Так, пылесоса пока нет. На складе мы ждем пылесос в подарок. Придут каталоги. Смотрите, 10 штук за всего по 19,90 получается. Ага, подписка Омега-3 уже подарочная придет. Я просто еще раз проверяю, чтобы все было. Смотрите, гель-тоник всего 432 рубля со скидкой получится. Как здорово! Мне это очень нравится. Так, все проверила, все есть. Все, заказ можно сохранять. Спускаемся в самый низ. Нажимаю «Завершить оформление заказа». И заказ мы уже ждем. В среду придет, снимем обзор, покажу. Скраб я очень жду. Просто в первый заказ перепутала, заказала два крема вместо скраба и крема. Так, все отлично. Ребят, спасибо за внимание. Желаю вам классных клиентов, которые будут вас ждать. Помните, забота о клиентах на первом месте. Что еще я включаю в заботу? Первое, это дать все попробовать, прежде чем купить. Второе, это делать комплименты. Если продукция, которую человек хочет заказать, вам лично не нравится, я ее никогда не продаю. То есть я говорю, что я пробовала, мне не понравилось, рассказываю, что не понравилось.
Это очень ценно. Это очень ценно. И третье, я всегда делаю подарки. Меня часто тоже спрашивают, делаю ли я скидки. Да, я делаю скидки, но только самым близким людям. То есть это мои прям подруги, такие, которые как родные мне, это мои родственники, но больше никому. Потому что скидку человек не запоминает. Вы сделаете скидку, например, с 500 рублей вы сделаете 5% скидка. Посчитайте, это примерно, это 25 рублей. Разве человек заметит эту скидку? А если вы ему кусочек мыла подарите, который вам обойдется, ну там, допустим, в 30 рублей, этот человек заметит. Он будет мылом мылить руки месяц целый, будет вспоминать, что это именно вы ему подарили вот эту прелесть. Понимаете? Почему-то две мочалки заказала. Ну, пусть будут. Вот, так что все, ребята, девочки, мальчики, кто меня смотрит, желаю вам классных заказов, хороших клиентов, верных, преданных, любите их, и они таковыми будут. До новых встреч в моих видео, всего доброго, пока-пока.